Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в Средиземье Тени Войны. Ну что же, вот наша цель. 220 футов до нее нам осталось. Но я думаю, что так легко к ней подобраться у нас не получится. Так, стукачок. Давайте-ка его гро... А, тя-тя-тя-тя, не получилось. Ладно, давайте так сделаем. Все, довякался. А ты что тут стоишь, олух? На-ка, получи. Да, чем меньше орков здесь будет, тем нам проще, не понял. Кто-то поднял тревогу, что ли? Иди сюда, сыч. Получил кулаком по морде. Добиваем. Ты смотри-ка. Так, что мы с ним сделаем, ребята? Истощение, конечно же. Так, все, готов. Так, доступно улучшение для некоторых из ваших навыков. Одновременно можно использовать только одно улучшение, так что выбирайте то, которое лучше всего соответствует вашему стилю игры. Даже так, казнь. На-на-на, и что же нам лучше выбрать-то, а? Так, ну история это понятно. Она, по ходу дела, будет сама по себе развиваться. Так, взрыв доступно для приобретения. Не знаю даже. Наездник, ага, на Карагоре. Все это, конечно, очень заманчиво, но дальний бой. Ага, взрыв. Давайте тогда изучим с вами взрыв. Все. Мы будем стрелять с вами в огонь, как я понимаю, и он будет взрываться. Так, по-моему. Так, ну что же. Давайте тогда приближаться к нашей цели. Ух ты, лучник тут. В башню ему сейчас, на-ка. Нечего тут прослеживать территорию. 130 футов осталось. Оу, не это я хотел, конечно, сделать. Ого, вот так вот. Практически уже у нас он под носом. Че, он где-то в здании, что ли, получается? Не понял я, малька. А, это вообще флок ворон. Этот орк напрягает свой скудный ум, строя планы и козни. Давай облегчим ему задачу. Я только за. Искать на заставе орка по имени Фрок Ворон. Ага, скорее всего, он вон там, где у нас помечен желтый квадратик. Так, в иной мир перейти, чтобы его отследить. Зачем, если он мне и так указан? Опа, ой. Нет, все нормально, нормально. Тихо, 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 ребята. Меня здесь нет. Вы ошиблись, никакого рейнджера здесь нету. Все, забыли. Блин, все-таки пропалили меня, а? Вот сволочи. Что ты тут идешь с факелком, а? Оп, толстячок ты мой, ух ты. Черт подери, все. За мной опять очередная погоня. Как ни крути, надо от нее избавляться. Подождите-ка, я что-то не понял. А где у меня этот флок ворон-то? А, вон, впереди где-то находится. Да-да-да, я здесь, я вас жду, голубчики. 15 уровень, это кто там такой бежит? Вы посмотрите, как он рьяно чешет ко мне. С арбалетом, что ли, он там? На-ка, козел. Блин, они еще и тревогу подняли. Взрываем. Что там, не нравится? Ну куда ты прешь, а? Куда ты вот пришел? Где отсюда? Пытки, которым я тебя подвергну, войдут в легенды. Гхура-жнец, ищейка тьмы. Да ладно тебе, брось ты. Он у нас лучник, значит, да? Так, ну куда ты прешь, а? И ты вали отсюда. Вот так, прям в табло. Иди отсюда. Ах, смотрите, этого просто так не скинуть. Ладно, я думаю, что мы, наверное, его здесь и порешим. Опа! Ух ты! Пробел, пробел! Ага, блокирует мои прыжки, гаденыш. Еще раз пробел. Черт, лишь бы меня туда вниз не скинул бы. Так, давайте его немножко вот сюда. О, да я думаю, ему крышка сейчас будет. Фиг с ним, что он блокирует прыжки, зато я не даю ему сделать свой козырный удар. Что там такое? Это что, он меня там в капкан поймал, гад? А я думаю, что ты там замешкался. Все, ему хана, ребята. Сейчас, секундочку, дайте добить.
добиваем. Ах ты гад. Сбил меня. Ну-ка, пробел. Черта с два, не получился маленько. Опять он блокирует мой прыжок. Да ему осталось расплюнуть, как говорится, он готов. Ну, теперь-то можно... Да что ж ты такой, я... Все, фуражнец убит. Какая рожа у него, да? Противная. И награда плюс 880 экспы. Полагаю, этот считал, что он следопыт. Или ищейка, как их называют в Мордоре. Горы тренировок им заменяет звериная хитрость. Слушайте, я не знаю, кем он там себя возомнил, но, как видели, 15 уровень я положил довольно легко. Что такое? Что такое? Ух ты! Пардончи! Катись-ка ты отсюда, братиша! Все, лежит, спит. Так, давайте-ка посмотрим. Слушайте, тут вот у нас 9 уровень. Где-то прям под нами. Так, там у нас глаз Саурона. Так это и есть, что ли, наша цель? 9 уровень, да? Победить врага, да? Так и есть, ребятушки. Вот он, прямо перед нами стоит красавчик. Думаю, пора его нахлобучить. Интересно, со спины получится на него напасть, а? А, черта с два. Не вышло, но зато как я ему сейчас рубану. Судьба провела тебя сюда, и сейчас крылья смерти хлопают в два раза сильнее. Да что ты говоришь-то, а? Он какой-то у нас типа шаман. Ой, елки-палки. Слушайте, ребята, с житухами-то вообще напряга. Очень мало. Сейчас они все побегут за мной, да? Какие же они тоже прыткие. Так, блин, елки-палки, давайте отсюда сматываться. Так, нам бы немножечко передохнуть, чтобы восстановить силенки. И потом бы я уже с полными хпшками пришел бы и, честно говоря, завалил бы его. Ну-ка. Смотрите, как стрелом-то он уязвим. Блин, сосредоточения нету, кончилось все. Жаль. Да и стрел-то, в принципе, не осталось уже. Ладно. Пол хп я ему снес, как ни крути. Блин, если бы он сюда бы пришел бы, мы бы с ним бы один на один поговорили бы по душам. А он, по-моему, один сюда ко мне и прет. Ну-ка. Отлично, великолепно просто. Ох ты. Как это ты тут прискакал, а? Давай тоже вниз туда, к своим сородичам. И ты вали. Довольно прикольно. Блин, ну они, по-моему, бесконечно будут сюда переть. Так, а вот и ворон. Так, давайте-ка попробуем. Все-таки он 9 уровня. А мы с вами... Ёлки-палки, плохо, что здесь где-то арбалетчик в меня стреляет. И у меня мало хп. Успею, нет? Черт подери. Ай-яй-яй-яй. Ох, я рискую, ребята, пробел. Не так, конечно, я ожидал, но все-таки. Не знаю, бесполезно с ними тут бороться. Надо сматываться. Тут у нас, я смотрю, лежат монетки, которые мы не подобрали. Да как бы и времени-то особо нету, чтобы их взять. Что ты там стоишь? Улыбишься. Он у нас с мечом, значит, стрелять не сможет. Хотя он что-то бросает. Это что такое? Это что такое, ребята? Ага, успеть надо. Отлично, я успел. ХПшки восстановят, нет? Да, ребята, да, самое то, что надо. Слушайте, я вот так и не понял, что это означает, когда моргает глаз Саурона. Типа я в критическом состоянии, и если я избегаю смерти, у меня восстанавливаются ХП, вроде бы так. Другого предположения у меня нету. Так, вот он бегает под нами. Давайте. Ой, не того. Не того, к сожалению. Ать, хрен тебе. Хрен тебе, ворон. Так, ну, их тут не очень много. Должен я, наверное, успеть все-таки его докумарить. Это, ребят, не забывайте, наша основная цель. Ох, сзади мне стреляют. Черт подери. Ну, немножко еще осталось. Давай, 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 давай. Ох, елки-палки, отвлекает. Есть. Проклятый мистиков истребитель. Высший флок ворон убит. И у меня можно выбрать очередное новое задание, ребят. Нажмите Escape, чтобы выйти. Ух ты, подождите-ка. Тут у нас золотой клинок. Редкое и высшее оружие и доспехи. Это снаряжение высокого качества, но чтобы все его бонусы были вам доступны, требуется пройти особое испытание. Пройденное испытание открывает бонус. Вот так вот, ребятушки. Ох ты. 5 уровня. Это у нас меч. Ага.
Но также мы можем взять с вами и доспехи, да? И клинок. Так, пятый, второй, первый и первый. Это нам не нужно. В данный момент меч стоит лучший. По ножам что? Вот, пятого уровня. Что у нас по лукам с вами? Вот этот возьмем, естественно. По доспехам третьего, а, пятого есть, вот. И по капюшонам второго. Ну что же, теперь я как-то себя более, наверное, увереннее чувствую. Но, как видите, внизу я могу что-то вставить. Сейчас, в данный момент, это мне запрещено. Только лишь в меч могу воткнуть. Так, да, пятого уровня, самая максималка. Отлично. Устрашить капитана, это испытание. Хм. Да, а как вот камушки? Наверное, у меня все-таки нету того, чего я могу вставить. И почему-то, как вы видели, ячейки на остальных еще не открыты. Ну что, пойдем, наверное, с вами далее. У нас тут вопросительный знак. Сами видите значок такой, типа восклицательного. И здесь, я так полагаю, нас ждет башня? Да-да-да, по ходу дела нам нужно двигаться на башню. Не знаю, что это будет и что нам это даст. Но тут какая-то идет осада вовсю. Так, тихо, заткнись. Все, дарался. Захотел уже полевку тут мне устроить. Но не тут-то было. Так, здесь все тихо. Да, здесь все тихо. Кстати, что это за башня, действительно? И что там такое будет? Уж самому сильно интересно узнать. Так, давай, рейнджер, прыгай. Ух ты, какой у меня прямо. Оу. Спайдермен отдыхает по сравнению с тобой, Талион, а? Тебе так не кажется? Ты без всякой паутины тут у меня летун еще тот. Так, давайте, наверное, по тросам. Получится, нет? Оу! Блин, хорошо, что ты не разбиваешься, а? Так уже, наверное, лепешка была бы от тебя. Все, мы сейчас забираемся на ту самую башню. Давить или нет? Ну да, в принципе. Так, а это-то что у нас тут за... Что это? Ага. Смотрите-ка, они тут стояли, гвардейцы хреновые. Всех в расход. Вот так. Отличненько получилось у нас. Ух ты, головешка-то с плеч. Тю-тю. Так, тоже отдохни. Прям с локотка-то я ему зарядил. Неплохо, да? Опа. Так, сзади из-под тяжка напинка. Все, порубить я его должен был. Блин, да почему ж ты переключаешься сразу на другого? Ты же вроде того еще не добил. Ага, смотрите, еще один толстяк идет. Мы его сейчас по-быренькому. Ох, он даже пикнуть не успел, просто-напросто. Все, солдаты, вы свободны. Идите во свояси. Так, а мы забираем с вами, что это такое? Это, по-моему, у нас деньги местные. Да? Так, да-да, 50 очков, все отлично. Зря ты, конечно, толстый сюда пришел. Тем более один. Разложился. Так, ну это, Талион, было лишнее. Махать тут глефой. Давай подниматься наверх. По идее, мы здесь все, прошли основную задачу, которую мы здесь ставили для себя. Так, не перебор ли у нас тут получается-то? Ух ты, смотрите-ка, что это такое? Оу, нет! Ух, повезло-то как. Действительно, будь он простым смертным, давно бы погиб. А тут держит. Хадиры не более чем извращенное подобие палантира, но мы можем использовать подделки Солона против него самого. Эти башни даруют нам знания. Мы очистим их и присвоим их себе. Смотрите, помните этот глаз Саурона, а? Чтобы очистить Хадир, удерживать Е. Да легко. Линвичи Лин, он Дехен. Сейчас мы видим все, что было утрачено, и все, что будет утрачено, если его губительное влияние вновь наберет силу. Хадир позволяет находить давно позабытые воспоминания о прошлом Мордора. Осмотрите окружающие территории, чтобы найти могильники. Да? Это как? Я что-то не пойму, если честно. В данный момент мы якобы смотрим через это око. И должны что-то здесь найти, ну точнее могильники. О, тихо, что-то. Вот здесь концентрируется все. И... Опа-на, Икс. Ну-ка, давай посмотрим. Этот город был построен на обломках моего королевства. Ну и что, все же уцелело. Это мои могильники, до сих пор укрытые от взора Саурона. Там я покажу тебе, почему мы должны вернуть мое кольцо. Ага,
Значит, это моя цель, я так понимаю, да? Тени прошлого теперь доступны. Очистите все хидиры в этой области. Так, и у нас там следующий монумент стоит. Давайте тогда туда и рванем. Тихо, тихо. Главное все делать быстро, аккуратно, бесшумно. Без палева, как говорится. И в то же время у меня до сих пор меню заданий не выбрано. Якобы я могу выбрать новую задачу. Почему так, непонятно пока. Так, давайте-ка этого по-тихому. Оп, красава. Так, надеюсь, больше меня здесь никто не пропалит. Сейчас мы этого ликвидируем. Шикарно. Все делаем тихо. Дайте-ка я подниму. Так, погоди-ка. Толстяк, ты куда летишь, а? Не видишь, что ли, я хочу... Да ладно. Ты-то куда прибежал? Ну-ка. Просто пронзило угол. Так, там уже лучник какой-то присоединился. Строчит по мне. Так, хорош, толстяк, угомонись уже. Где лучник? Ох, ё-моё, тут и лучник, копейщик. Да. По-тихому, называется, мы прошли. Тише некуда. Придется ликвидировать их. Мне одно непонятно. Почему ты не можешь добить вначале одного, потом переключаться на другого? Зачем ты так делаешь, а? Талю, я вот этого не догоняю. Ты же оглушаешь их. Они потом встают и опять заново приходится с ними драться. Вот. Видите, он оглушенный. Почему-то вместо того, чтобы добить, он переключается на близстоящего противника. Целехонького, который. Так, зарезал, нет? Нет, нифига. Да сколько вас тут-то, а? Что-то не уменьшается, по-моему. Так, иди отсюда. Черт, ты тебя побрал, а? На! Этот готов. А, по-моему, мы тут всех ликвидировали. А ты-то что? Давайте его по Шурику в тихушку. Вот так. А, благодатушки. Что здесь у нас? Самоцвет богатства. Что такое? Где? Кто-то опять должен бежать. Смотрите, смотрите, побежал, побежал. Зря, конечно, он это делает. Опа, пардончи. Все, теперь все тихо. И, кстати, у нас... Ага, это получается следующая башня. Ёлки-палки, а как мне до нее добраться? Ого-го. Да ладно, а нет, смотрите, вон там, оказывается, что-то лежит. Даже не лежит, это очередное задание. Тени прошлого. Так, найдите древнюю сокровищницу Келебримбора и изучите воспоминания о его прошлых битвах с Сауроном. Награда навык «Эльфийская ярость». Ну что ж, давайте приступим. Найдите древние могильники Келебримбора. Тут, в принципе, недалеко, да, ведь получается? В пещеры, что ли, какие-то идти надо? Если где-либо в Мордоре можно укрыться от Саурона, так это в таких могильниках. Они служат напоминанием о том, что даже темный властелин не всесилен. Даже так, да? То есть есть места, где можно скрыться от его взгляда. Отличненько. Тут, кстати, мы уже и пришли. Перейдите в призрачный мир. Ну и что нам это дает? Ух ты. Вот это уже, по-моему, и есть могильники. В давно минувшую эпоху моя армия выступила походом на Мордор. Мы похоронили наших погибших в могильниках, таких как этот. Здесь под защитой могущественных чар. Упокоились отважнейшие из воинов. И всюду мы несли свет эльфийской благодати. Блин, что-то тут со звуком. И при тебе было кольцо? Да. С помощью него я создал себе армию. Я возглавил атаку на Саурона. Блин, да что ж со звуком-то, ё-моё. Ага, вот он как выглядел, Келебримбор, когда еще был человеком. Так, открыт навык «Эльфийская ярость».
убивать врагов, чтобы накопить гнев. При полном заряде гнева нажмите 5, чтобы перейти в состояние эльфийской ярости. При эльфийской ярости несколько раз нажимайте, чтобы быстро убивать орков. Прицельтесь во вражеского капитана с помощью кнопок и удерживайте, чтобы нанести ему огромный урон. Вы также получите неограниченную мощь и эльфийский выстрел во время действия эльфийской ярости. Так, и по картинке вот так. Хобана рубит. Накопить силу кольца. Убивайте врагов, чтобы накопить гнев. Когда вскрылась правда о предательстве Саурона, я восстал против него. Мною овладел гнев, и я намеревался покарать его за вероломство. Да сколько же вас тут, а? Орки. Так, где у меня здесь ярость-то копится? Не пойму я. Так, где ярость? Ага, синяя шкала, да? Ладно. Будем бить дальше. 27 комбо. Гад, почему ух-то? Тихо. Да, довольно неплохо, братишка. Только я так не понял, какую он себе создал армию, если он здесь вообще один. Но при том у него уже был дух. Вы сами это прекрасно видели, да? Периодически он появляется здесь. Ух ты, ох, как хорошо. Зарубил я этого орка. Слушай, такое впечатление, что звук драки не совпадает с происходящим на экране у нас. Так, ладно. А что это у нас такие? Слушайте, а по-моему синие это мои. Смотрите, с этими. Я даже их атаковать не могу. Ага, вот, значит, в чем преимущество Хеллбримбора было. Это, помните, да, ребята, в первой части мы могли вербовать орков. Они тоже были за нас. Значит, и Хеллбримбор мог такое делать. Отлично. Нажмите 5. Ну, давай нажмем, чтобы применить эльфийскую ярость. Так, и... Что это за бред-то? Вообще не понимаю, что он делает. Че, он так быстро со всеми разобрался, что ли? Ох, ё-моё, вот эта заварушка здесь. Оу, сам Саурон появился. Опачки, и... Ну ты даешь. Давай, добивай его, гада этого. Какого лешего кольцо-то у тебя улетело? Эх ты, ворона. Ну, правильно. Теперь-то уж, конечно, у него там сила такая сейчас. Жесть. Вот оно, новое кольцо. Наше кольцо. Не запятнано его тенью. Оно безупречное. Да, только где оно, твое новое кольцо? У Шелоп, если я не ошибаюсь, так ведь? И что нам здесь надо сделать? Так, задание выполнено. 500 очков получил. 1 очко навыков. Довести гнев до предела за отведенное время. Понятно, пробел. Тени прошлого. Оживите в памяти события первой войны за Мордор между Хеллбримбором и Темным Властелином, выполняя задание о тенях прошлого. Выполнив все эти задания, вы получите руну Светлого Властелина. Задание мне ясно. Кольцо утеряно, но мы еще можем раздобыть палантир. Значит, мы отправимся в большой зал. Там и Дриль. Она может нам помочь. Открыть навык на Б. Давайте посмотрим, что у нас тут новенькое. Оу, щит, что же взять, а? Это эльфийская ярость. Это у нас открыто уже, да? Да, активный навык. А здесь что? Так, разбой. Так, погодите-ка. Да как улучшить-то, ё-моё, я не понимаю маленько. С непривычки тут все. Так, заморозка на месте. Заморозка на месте. Не знаю даже. Мрачная решимость.
Очко-то одно есть у нас, как ни крути. Разбой. Эльфийская прыть. Активный навык. Неслышный бегун. Мрачная решимость. Вы набираете мощь при каждом получении урона в бою. Вот так вот, да, значит? Хорошо, отлично, ребята. Ну что же, выучили мы с вами очередной скилл. Блин, а дальше только лучше и лучше и лучше, а? А давайте-ка мы с вами посмотрим армию. Получится, нет? Покажут нам. Так, армия. Ёлки ты палки. Этих орков еще тут целая тьма. Тьмущая. И всех придется нам победить. Выполняйте сюжетные задания. Ага, я еще должен выполнять определенные задания, чтобы поговорить с мастерами своего дела. Ну что же, все, в принципе, нам понятно. Будем завершать на этом свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами уже в следующих сериях. А на этом все. Всем пока и до скорых видосиков. Ах так! Ах вот и как! Ах вот и значит, какой-то на самом интересном месте! Ой, а я так думал...